Василий Филиппович Маргелов, легендарный спецназовец, превративший десантные войска в элиту вооруженных сил Советского Союза. Благодаря ему они получили в распоряжение современную технику, вооружение и средства десантирования. Именно он, Василий Филиппович, и создал тот десант, который мы знаем сейчас, ту элиту вооруженных сил. Самая боеспособная, самая мобильная рот войск вооруженных сил. И благодаря его заслугам десантные войска получили почетное право решать те задачи, которые никто, кроме них, ни один род войск решить не сможет. И вот уже на протяжении 80 лет десантные войска с честью выполняют свой долг, решая поставленные задачи. Памятники, которые мы сегодня открываем. К открытию этого памятника мы шли 8 лет. 8 лет мы стучались в многие двери, за которыми сидели неравнодушные люди. Но мы 6 лет назад встречались с Александром Маргеловым. Мы уже тогда разговаривали, что памятнику быть. И вот он лично, как от семьи Маргеловых, попросил, чтобы памятник изготовлял именно Сердюков. Попросил он потому, что Василий Филиппович получался у этого скульптора, и получается, именно похожим на батю, один в один. И он не хотел, чтобы там кто-то по-другому его изображал. Ну, многие из вас знают, что это такое. РПГ-7. Первый вариант РПГ-7, который прошел войну в Афганистане. Я дарю, значит, этот... От наших ребят, от поисковиков, дарю этот РПГшку старую, значит, в память музея. Он будет здесь установлен.